Друзья, наконец-то нашелся победитель нашего новогоднего розыгрыша. Главный приз – смартфон от нашего генерального спонсора компании Sarov Invest. Им стала Любовь Фофанова. Любовь, скажите, у вас произошел какой-то приятный случай, мы знаем уже, да, что послужило такой задержкой? Да, перед Новым годом у меня родилась девочка, дочка. Да, как назвали дочку? Александра. Прекрасное имя. И давайте вместе все поздравим. Вот этот телефон и к нему защитный экран – это ваш подарок новогодний, который вас так долго ждал. Вот. Ну, а мы все вместе поздравляем вас и с рождением дочери, и с наступившим Новым годом. Это наш презент. Расскажите, вы смотрите канал 16? Да, мы всей семьей с мужем смотрим канал 16. Очень интересно смотреть новости нашего города. Интересные телеведущие. Я очень рада, что я приняла участие в новогоднем розыгрыше от телеканала 16 Sarov Invest и получила такой замечательный приз – телефон. Хочется сказать огромное спасибо. И этот выигрыш для меня оказался очень неожиданным и приятным. И всем хочется пожелать всегда верить в чудо. И оно произойдет, особенно перед Новым годом. Спасибо большое. Друзья, ну этот розыгрыш завершился, но он будет не последним. Поэтому обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, следите за нашими новостями и событиями, смотрите канал 16 и не переключайтесь.